Вот, смотрите, всем я заказал эскендер, потому что я знаю, что это самое вкусное блюдо именно в этом кафе. Давай я буду показывать. Мясо вы там видели, на вертеле крутилось. А это вот пиде внутри. Мясо это говядина. Салатик, куда же без него. Всем привет, друзья! Канал Папа Юсуф с вами. Дорогие зрители, обратно на пути мы приехали Икпаль, который ресторан Икпаль. У них тоже есть рестораны, которые Анталья. Я обычно купаю оттуда много чего. У них такое оригинальное место, где находится Афьон Карахисар, где Икпаль отеллери, где Икпаль ресторанты. Вот, Икпаль. Не забывайте, у них еще магазин есть большой, который продукты продают. Мы сейчас приехали, которое главное место у них, там Афьон Карахисара. Будем перебирать, друзья, куда лучше, там или здесь. Конечно, так Анталья, много вариантов нету. Каждый день так типа столовая так дают, каждый торговый центр есть. Но и здесь должно быть огромное, и большое и дешевле. Ну пойдем посмотрим. Давай. Да, как папа ранее сказал, это столовая. Сейчас внутрь зайдем. Ну смотри, есть официанты в форме. Да. И мы еще подставим видео, кусочки, что мы ели в папином городе. Посмотрим, и здесь не дешевое, сразу я предупреждаю, которые дешевые, фокус не ждите. И здесь у нас дорого, потому что что? И здесь оригинальное мясо, друзья, мясо у нас дорого, и здесь. Которые жирные барашки, жирные говяжьи, мяса нету здесь. Все идет, трава покушает, после травы это мясо полживет. Друзья, до этого много разных мест мы вам показывали, которые с горы кёфте, так... Жареное мясо, которое, грубо говоря, мы снимали. Пиде. Пиде еще, да, есть. Пиде тюрьма, интернациональная еда. Но и сейчас нормально, домашняя еда будем. Посмотреть, домашняя еда будем есть. И заходим. Как много здесь официантов. Вот такие вы столовые видели? Вот здесь касса, я вижу, расплачиваться надо. Встаем в очередь. А пока в это время можно рассмотреть меню. Приближаю. Здесь мы видим, это все блюда с суджуком. Что такое суджук? Это турецкая колбаса. Лучшая турецкая колбаса, лучший суджук, это Афьон. Все знают об этом. Здесь самое вкусное. Я посмотрю, что еще можно взять. Это пожаренные овощи тушеные. Здесь по типу салатов. Джаджик 28 лир стоит и салат 28 лир. Джаджик это на йогуртовой основе. Закуска. Я люблю ее брать и макать. 100 лет, они повсеместно во всех секторах пишут, что самые лучшие. Давайте посмотрим, какие у них есть компании. Это все ресторанный бизнес, это их торговый центр и их отель. Нон-стоп здесь работают. Берем по подносу. Это для напитка. Это хлебушек. Эх, здесь пластиковые приборы. Вы берите, я где? Там суп есть, топай. Давайте смотрим на меню. Какое у них самое дорогое блюдо? Вот, да, на тандыр 120 лир. И каймаклы пакет татлы 125. Татлы это сладость, а тандыр, ну вы сами понимаете. Почти сабаи есть, 53, я не знаю, что это. Из гора кёфте 69 лир. Из гора кёфте сандвич 39 лир. Или чиш. Шиш это шашлык,
Личи с гора, хамбургер. Выбрал что-то, да? Вот такой здесь выбор. Здесь только жарят, а там еще надо будет взять рис. Слушай, ну это такая долгая история. Вот мы пришли и сами еще много чего делаем. Я вот не люблю такие столовые. Сам где-то что-то накладываешь, очередь огромная. Здесь только одну часть делают, что-то жарят, кладут в тарелку. А так должно было получиться вот так. Это еще надо картошку взять, картофель фри, рис и вот эти овощи. И причем цены такие очень высокие. Могли бы и ресторанный сервис предложить. Что входит? У него же там рис был. Вот это перечишь, ждем. Давайте подсниму горячие блюда. Жаль, что здесь не все подписано. Так, на внешний вид можно посмотреть. Это мясо, какая-нибудь кавурма, да? Это с картошечкой. Еще мясо. Очень много всего тушеного. Так блюдо очень однообразное, честно говоря. Есть салатные тарелки. И сладости. У сладости большого размера, не жалеют. Но ничего не подписано, что и как называется. Гамбургер мне уже подали. А вот мои шашлычки из курицы все еще жарятся. Из-за того, что вот очень долго готовят некоторая позиция, уже некоторые люди поели и ушли. Владимир и котлеты попробовал. И вот сейчас ему наконец-то бургер принесли, да? А ребята ушли. Супчик ел суп. Так, и что же у нас тут интересное прячется под лепешкой? Ага, это донер. Так неудобно с подносами. Я свой поднос убрала сразу. И уже ощущение, что ты в другом месте ешь. Приятного аппетита всем. Ну, вот это мое. Ребята уже ушли. Друзья, поели семьями, которые котлет брали, котлет невкусно. Обратно поменяли эти донер кебабом. Это тоже немножко потрогал. Тоже невкусно. Это мясом донер кебабом. И здесь, короче, Анталья лучше донер кебаб делают, и здесь нет. И здесь горячие блюда, которые разные есть, вкусные как. Мало мяса добавляют, очень мало мяса, и добавляют радужком овощи очень много. И деньги берет, ла мясо еду, понимаете, это там большие деньги. Примерно мы сейчас брали, который таук что-то купил. Я взяла куриный шашлычок, две палочки. И вот рядом рис, картошка. И это 69 лир стоит. Вот его бургер стоит 35 лир вместе с картошкой прям. Я один суп брал, еще донер кебаб брал, который 90 платил. Дорого. Честно говорю, дорого. А сейчас, почему вы понимаете, почему мы пиде едим, почему так на улицу Адана кебаб, там кебаб едим. Это не только мы, это большинство дурок ходит поесть. Который я себе суп брал, сидел, ел, она ждал, короче, где-то там 25 минут свою. Да нет, да тебе кажется. Ну 15 минут я стояла в очереди, все меня обгоняли. Дети даже поели, ушли, погуляли тут вокруг. Вот я суп закончил, она еще туда и стояла. Она так не верит, что? Вот такая ситуация, друзья. И здесь, короче, у меня 10 баллов не забрал. Честно говоря, 10 баллов нету. Много народ есть, много рабочих есть, бесполезные. Очень много есть. Всех где-то на улицу, катаются туда-сюда. Но помогает, да, помогает. Если позовешь, помогает. Вот этот донер кебаб мы не сможем покушать. Пакет спросил, пакет с тобой будем забирать. Вот те, мы привезли. Но цена очень дорога.
Серьезно говорю, очень дорого. 300 лира, которые Афьон Корейстар покушает, просто там ерунда. У нас каждый прием пищи около 300-400 лир, и мы не заходим в какие суперрестораны. Я не знаю, какие 70, здесь цены огромные. 70 лира один из столовья, который... Здесь столовья, я почитаю, не ресторанты. Имя ресторан, столовая. Одну тарелку еду 70 лира. Анталия самое люксовое место, которое 45-50 лира. Анталии выбор больше и дешевле. Казалось бы, в туристическом городе должно быть дороже, но нет. В центральной Турции еще дороже. Маленький салат просто 35 лир, друзья. Да, вот 28. Аджик, это вот йогурт. Это йогурт, это просто йогурт. И причем этот йогурт сильно разбавлен водой. Больше 50% там воды. На это айран. Айран и огурцы. Которые дорого. Серьезно говорю, дорого. Это, но того народ скупает, купает. Говоря. Вот я, если сказать, я бы не наелся. Вот это ситуация такая, друзья. Давайте поехали, ребят, подальше. Вот мы вышли из столовой Икбаль Локантасы. Не впечатлило. К сожалению, ожидали большего, ожидали большого разнообразия интересных блюд. Но вы то же самое просите и видели в маленьком городке Турции. Так что не удивили. Курбетин Башкенти. Да. Не бьем всякий. Вот центр города Эмирда. Как и в любом центре города, здесь есть башни с часами. Кавкимейк. Здесь парковаться. Нету места, да? Пулина. Место занято. Нельзя сюда? Кир, для нас бурей, кир. Сейчас как поедим. Вот мы приехали в кафе прямо в центре. Да, мы тут всегда едим. Мераба. Мясо есть. Это уже хорошо. Это готовая еда. Вот видите, здесь курица, здесь красное мясо. Это нут. Конечно же, рис, как без него. С картошкой еще мясо. Это уже готовые шашлыки. Мясо для кебаба. А вот это сладости. Сутлач называется. Тут я не вижу, что. Это шекерфаре. А, шекерфаре. Это йогурт. А что вы здесь? Что дадут? Все равно. Можно и доня? Я буду кебаб. Ну, пойдем тогда. Ну, друзья, между будем покушать. Сейчас горячие блюда очень много есть, которые мясо, фасоль, найтела, которые кому-то маленькие деньги. Хозяин здесь. И здесь есть мясо жареное, и котлеты, курица, стейки. Разно очень много чего есть. Чекли ништя. Баба, на апьон сэнья. Би аннат пахим би, би аннат пахим би. Он мой мастер, вот, друзья. Ну, друзья, здесь дюнер кебаб, самый-самый важный дюнер кебаб. Дишлер не иттим. Яптырмадын мы даа? Ние? Гелейдин яныма, яптырайдым мы. Бак. Он мой мастер, друзья, который он меня выучил, как дюнер делать. Видите, здесь специально сколько разных мяса есть. И здесь у нас мясо очень-очень вкусно. Очень вкусно, настоящее. Трава покушает животные. Поэтому очень-очень вкусно получается.
Так, дюнер туда уже не будет. А чаще цього дюнешу зробит. Дякую. Суп тоже есть, друзья. Праздный суп. Сейчас не это время. Enişte, bak bana göndereceğin döneri kes. Soğuk döner gönderme bana. Çünkü, bak şuradan kes gözlerce. Bak Antalya'dan geliyorum. Bak şu oradan bana şey etme. Burada yukarıdayım. Çocuklara gönder. Zaten onun arkada benim oluyor ya. Yemiyorlar ya. Ağzıma ekmek kaç tane? Ağzıma ekmek kaç tane? Dün mü? Bilmiyorum. Это наверняка свадьба. Видите, там сколько машин едет друг за дружкой. Сейчас сезон у них тут свадеб начнется. Нам сказали, что вот в июне многие приезжают. Именно здесь проводят в Турции свадьбу, еще на своей родине, второй был где-нибудь в Европе. И здесь с родственниками турецкими. Приходят вот такими большими семьями поужинать. Да, мы пока ждем. Еду нам уже принесли, хлеб, а это готовая еда, вот как раз таки хозяин этой еды пришел, вот папа. Это нут с рисом. А еще тут знакомые оказались. Ну что ты хотела? Вот это шекерпаре называется, сладость такая. Вкусненько, вкусненько. Это на этом? С каймаком. А нам хлеб. Вот нам уже еду принесли. И что, вообще нет? Вы хотите что-то попить? Воду я буду. Вот. Султан. Чай я уже сегодня так. Гирек ёк ты шекюляр. Вот, смотрите, всем я заказал искендер, потому что я знаю, что это самое вкусное блюдо именно в этом кафе. На самом деле, я еще одно знаю место в Папиной, вот, получается, в городе. Он показал его. Это тоже такая столовая, но там реально очень вкусно. Вот здесь внизу хлеб. Это где там улица главная. И здесь? Ну, покажи, что у тебя. Давай, я буду показывать. Мясо, мясо, мясо вы там видели, на вертеле крутилось. А это вот пиде внутри. Мясо это и говядина. Ну, салатик, куда же без него? Помидорки. Слушай, раньше вообще не давали помидорок, потому что здесь, я не знаю почему, но местные не едят овощи. Вот я, кстати... Они ждут, когда они у них вырастут. А вы видите, у них как холодно, свои еще не выросли. Они чуть-чуть покупают на базаре. Ну как можно 1 килограмм, чтобы на неделю хватило? И вы помните, что в Анталии нам дают всегда большую тарелку, где вот овощи. Овощная тарелка. Здесь никогда ни в каком кафе не дадут вам. Ну, так в другой Турции, кстати. Тоже. Приятного аппетита. Друзья, заказывали, который дюнер Искендер. У нас мясо очень-очень вкусное. Хочу попробовать. Буду. Короче, я себе настоящее мясо заказал. Я люблю такое мясо, воронье. И рис из себя кунут. Очень-очень хотел это попробовать. И здесь детские время очень-очень вкусно. Постоянно я ем эти. В прошлый раз, как мы, Андрей, не приехали сюда. Дюнер кебаб я не могу есть, потому что у меня не было зуба. А сейчас зубы есть? Зубы есть. Сейчас со буду есть, не переживай. Со буду есть. Вот такое дело. А там просто у тебя нут. Нут и рис. Рис под грибка. Да. Они очень вкусно готовы. Тебе самое первое принесли. Да. Готово, потому что. Вас полезли. Всем приятного аппетита, Фетолсон. Что еще говорю? Афетолсон.
показываю, что внутри этой сладости. Эти ее разломаем. Так вот сверху и в рот. Все, мы идем гулять. Друзья, платили 260 лира. Недорого, недорого, нормально. Вкусная еда. Мы на дороге, когда останавливались, когда сюда ехали, где автобусная остановка, куда завозят большие автобусы. Как мои детские бремя, которые такой вкус нету. Такой вкус нету. Сейчас простое, простое. Спасибо, что вы нас смотрите, продолжайте смотреть. Будет много интересных видео. Вот едем уже в Анталию. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся! Всем пока! Пока-пока!